Сильный северный ветер. Тяжело летится. Немножечко свежий бриз. Свежий. Аллахумма инна л-амра кад халаса иля нафси ва хия а'азу л-анфуси алай ва ахаммуха илай ва кад алимта рабби ва илмука афдалу мин илми Иннака таъламу минни. Хадима сейчас прямо и там уже видно будет пчела. Спасибо, друзья. Заходи еще. Да. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Да. Счастливо. Такая вот утренняя долина. Время 6 утра. Интересный день, да. Потом он был вознагражден медвежатами. Сначала. Прям реально, что ли? Короче, два медвежонка, а потом я кручу еще один поток и еще один медведь. На следующем отроге. Вот эти вот, которые лысенькие шли, над которыми мы только летели. Вот, но я уже не стал к нему скручиваться, и он испугался, вниз побежал. А к этим двум я прям скрутился. Ну, я низко шел над ребром, а их хорошо заметно, они на снегу и бегут. То есть я так прикинул, высоту я посмотрел, у меня было где-то 3400 или 3300. То есть они на 3000 бегают. Ну, то есть реально там, где мы спать хотели, там точка наша опорная. Они, кстати, прям на опорной точке. Я говорю, мужики, где тут ишака можно взять? Я говорю, есть ишак, сколько денег дашь? Я говорю, столько-то. Он такой, сейчас ишак будет, все, сбегали, привели белого, красивого ишака. И, короче, мы этого ишака снарядили и поехали с ним. Почти 4 часа перли наверх. Он постоянно, уже когда на вершину почти дошли, там такие заросли, негде стартовать, обрывы, камни. Я говорю, надо выше. Он все пытался, может, все здесь уже, может, уже здесь. И уже когда устал, сел на ишака и прям с рюкзаком ехал на ишаке. Бедный ишак. В общем, заехал, да, нормально. Накормил я его лепешкой, воды у меня выдал целую бутылку. Последнюю, блин, вот это надо было взять. Да, а он на самом деле мне показал внизу, где вода. Я говорю, слушай, у меня сил нет, 150 метров вниз спуститься, я не пойду. Я говорю, я сейчас залечу, вон там есть ледники, я там сейчас сяду и буду пить воду. Ну и, короче, распрощались, он ушел, и вот я... А я ходил по этой, там такая тропинка узенькая, гребень идет, лопухи вниз, хоп, к скалам, с другой стороны. Я хожу взад-вперед такой, думаю, куда же мне стартовать? Ужас какой-то. Смотрю, что вот потоки есть, дуют, орлы прям крутят. Ну, а ступить некуда. Длина строп и уже в обрыв. Короче, побежал по гребню, спотыкаясь по этой тропинке, в общем, с третьего раза улетел. Безвожение — это жесть вообще. Просто, блин, состояние такое. Силы покидают, и ты уже такой ходишь, шатаешься весь эти стропы, не понимаешь уже, куда, чего. Стропы приходилось все время вот так вот раскладывал параплан. Все заворачивал, чтобы на нем стропы лежали, потому что везде эти колючки цепляются. А потом стропы отходил и все время натягивал, чтобы они даже не ложились. И держал их в натянутом состоянии. Это, короче, ужас. И это все, я в куртке, уже одетый во всем, жара, ужас. Перестал выше 5. Один раз набрал, потом мне что-то как-то до хера. И так 4600. Супер. Сейчас кричать начнешь? Ты отожми. Ты не отжимаешь. Смотрите, сколько мяса у нас. Это наш скромный ужин. На сегодня. Вот так вот. Это у нас кубики с сахара. Это чай. А это вид. Это Памир, да. Между прочим. А это наши исхудавшие тушки. Да. От тяжелых нагрузок очень.
А вот у нас, кстати, посмотрите, какая стирка сегодня была шикарная. Все у нас по хозяйству, все по хозяйству. А вы что думали, мы летаем, что ли? Ой, хорошо. Сейчас вот овец приведут, будем общаться. С овцами? Да, они разговорчивые. Они много чего рассказывают? Да, где были, что видели. Красота.